если верить уфологам, может передаваться по наследству. Случилось невероятное. Так директор болгарской лотереи прокомментировал тот факт, что в двух тиражах подряд выпали абсолютно одинаковые выигрышные числа. Причем произошли эти события с разницей всего в 4 дня. И в простое совпадение никто не поверил. Однако тщательная проверка, проведенная под личным контролем министра спорта, никаких махинаций не выявила. Объяснить этот удивительный случай взялись математики. Они просчитали, что вероятность совпадения номеров в двух розыгрышах крохотная – 2 случая на миллион. Но если учитывать фактор 3 дней, этот показатель меняется – 1 шанс на 1000. Вполне реальная возможность. Совпадения теряют свою притягательность, если знать, в чем соль. Кстати, математика утверждает, что вероятность выиграть даже небольшую сумму в лотерею в среднем 1 шанс к 100 тысячам. Но это не останавливает армию желающих разбогатеть. Самые крупные выигрыши в лотерею в мире достаются испанцам. На 2-м месте в списке счастливчиков – чопорные англичане. Россиян в этом топе нет. Неужели мы самая невезучая нация? По статистике, почти все наши соотечественники, разбогатевшие благодаря лотерее, теряют деньги в течение 7 лет.